Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Находки монели». Сегодня у нас поступила очередная партия монет. Это ходячка украинская из переборки. Это вот наш результат за месяц примерно работы перебора монеток. И вот что нам попалось. Смотрите, вот такое вот количество монет. 10 копеек. 92 год здесь. Такая кучка. Дальше две монетки 25 копеек бублики 92 год, две штучки, одна такая немножко грязная, нужно чистить. Так, дальше здесь у нас 4 монетки 96 года, 25 копеек, 4 монеты. Потом одна монета попалась 50 копеек 95 года. Есть. Потом две монетки 50 копеек 92 грубый герб. Дальше вот такое вот количество монеток малый герб 50 копеек 92 малый герб, ну, тут штук 10-15. Так, есть. Потом вот эта стопочка, это монеты 50 копеек 92 год, 4 ягоды, видно, да, это 4 ягоды. Количество. И здесь у нас 1 гривна. Здесь юбилейки, вот 60 лет победы. Потом евро 12, 2 штуки. 65 лет победы, 5 монеток. Дальше 60 лет победы. Вот такая стопка. Тут штук 10 их, наверное. Маки. 70 лет победы. Вот такая вот стопочка. Штук 15 маков. И здесь у нас 1 гривна. 2004 год. Вот такая стопочка. Штук 20. Вот такой результат за месяц. Так что, друзья, пополняем наши запасы украинской ходячки редкими монетами. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи в поисках. Всем пока.